Ну, я на вас подписана, мне интересен ваш контент, ваше видео. Вы что, не видите, как часто ко мне Краснодар приходит? Ну, я серьезно, вы что, не видите, что на каждом эфире Краснодар? Ну, я особо часто на эфире не захожу. Ну, вы не первый вот, сегодня Краснодар, поэтому... но это уже третий. Третий Краснодар за один день. Хорошо, я Яна, и вам 15, да? Вы не в школе сегодня? Да. Вы не в школе, да? Нет, сегодня праздник. А, понятно, все. Ну, давайте про братьев поговорим. Мне очень интересно, знаете что? Вот вы разговариваете на русском, но... Нет, это вам так кажется. Очень плохо относитесь. Вам как? Я сейчас по-французски... Вы можете послушать, Яна, пожалуйста. Яна, вы не поняли, я разговариваю сейчас по-французски, вы просто очень хорошо французский понимаете. Вы не понимаете? Да, это французский мой язык. Вы настолько понимаете хорошо французский, что вам кажется, что это русский. Вот я когда приехала в Америку, я вначале ничего не понимала. А потом я начала долго-долго смотреть сериалы. Прошло, наверное, месяца 4, я такая думаю, почему не по-русски говорят? Я такая, боже мой, я начала понимать английский. Вот вы сейчас по-французски понимаете, понимаете? Следующий вопрос какой? Брат воюет на СВО? А русский тогда это какой? Нет, я не знаю русского. Украине. Я разговариваю только по-французски. Я не знаю, о каком русском вы говорите. Я русского никогда не изучала в своей жизни. Папа воюет в Украине? Это странно. Странно? Странно, что он не воюет? Или хорошо, что он не воюет? Нет. Хорошо, что не воюет, но странно то, что вы называете русский язык французским. Это разные вещи. Я не называю русским, это вы называете его русским, французским. Я говорю, что я разговариваю с вами по-французски. Почему вы считаете, что он похож на русский, я не знаю. Вы просто идеально знаете французский, понимаете? Вы можете его преподавать в школе. У вас идеальное знание французского. У нас на таком уровне, что вы его понимаете как родной. Гордитесь своим знанием французского, да? Вы сейчас со мной зашли разговаривать про русский и французский, вы теряете тогда, то есть я теряю с вами время. То есть понимаете, просто если бы вы не сказали сейчас то, что русский язык это для вас как французский язык, то мне бы просто стало интересно, как пишут, я прочитала у вас очень много комментариев, пишут то, что типа она разговаривает на русском языке, но они при этом ошибаются. Сидят в Россию. Не ошибается. Я разговариваю на чистом французском языке сейчас. У меня нет ни одного эфира хорошо, на русском. Хорошо, давайте будем, я вам уступлю, будем называть его французским языком. Хорошо. Так уж и быть. Но сам факт в чем? Я прочитала, где пишут, что вы говорите на французском языке, но... Видите, какое количество россиян знает французский? Нет, россияне, я просто горжусь вами. У вас такое глубокое образование. Посмотрите, вы все знаете. На каком языке я с вами разговариваю? Вы все понимаете, а? Никола, а вы говорите, что русские ограниченные люди. Они понимают французский. Да, удивительно. Видите, россияне, вы очень образованы. Да. Никто больше не знает никакой язык. Вот, два языка вы знаете. Мой французский и свой вонючий русский. Хорошо, девушка, вы поддержите своего? Аня, или вас Аня зовут, да? Яна. Аня, Яна. Слушай, ну почти одно и то же. Я даже горжусь, что я ваши три буквы запомнила. Вы поддержите своего? Нет, своего я не поддерживаю, но я не поддерживаю вообще в принципе войну. Правильно. А вы поддерживаете войну? Слово защитник вам понятно? Захисник. Понятно, нет? Да, конечно. Кто защищает? Тот, кто дома находится или кто пришел к кому-то домой? Я не знаю, я не особо хотела бы разбирать эту политику, кто к кому пришел. Да больше не суйтесь в Великую Отечественную войну, не суйтесь. Потому что Гитлер сделал то же самое, что и Путин, но там вы такие, о, я знаю 22 июня. Забудьте про 22 июня. Забудьте, вы не знаете ни 22 июня, ни 24 февраля. Для вас это все the same thing, одинаково. Не знаете. Крым наш, Крым Гитлера тоже непонятно, чей Крым. Он просто разменная монета. Бомбили Бомбас. Ну и Гитлер бомбил Бомбас. Вы думаете, что Гитлер не бомбил Бомбас? Бомбил. И Луганск бомбил, Донецк бомбил. Все, он просто скопировал вас, или Путин скопировал его. Короче, два пидораса. И Украина одна постоянно находится под бомбежкой. Вам не жалко Украину? Не буду разбираться. Будете, девушка, будете. Вы платить же будете репарации? Кому будете? В почтовый ящик кидать на деревню дедушки? В Украину будете денежку кидать?
И ваши дети, которые вы... Взяли в Украину денежки. У вас будет трое детей, и ваши трое детей будут тоже кидать денежку в Украину. Это называется репарации. Немцы уже платили репарации. И Финляндия нам платила репарации. Репарации, это когда ты будешь очень... Можно я тоже скажу, пожалуйста? Ну, из-за того, что вы с хуйни... Из-за того, что... Вы чуть-чуть устали от таких людей, которые, типа, вам давят на мозги. Ну, просто... Эфир в чем состоится? В том, что два человека разговаривают, а не один разговаривает, а другой слушает. Вполне возможно, в меня устроит даже вот второй вариант. Вы будете молчать, я буду говорить. Потому что я главный. Но вы знаете, девушка, девушка, слушайте, приходит слушать меня, а не вас. Вот, вот на эфире 750 человек. Вы никому не нужны. Вот вы сейчас выйдете, а вас все забудут. А вот если выйду я, люди расстроятся. Понимаете разницу между вами и мной? Людям интересно, как я думаю, как я эту информацию преподношу. Ну, преподнесите свою информацию. Вы говорите, я политично, я ничего не понимаю, зачем буду поддерживать? Вы ноль. Вы даже у вас даже харизмы нет, кроме этих очков на глазах смешных. Какие очки у меня на глазах? Ну, вот на аватарке так, такие вот. Это не очки, это называется флаг Осетии. Я извиняюсь. Вы грузинка? Осетинка. Если я говорю, что это флаг Осетии, значит, это осетинский народ. Осетинский народ существует, но не существует флага Осетии. Существует флаг Осетии, если он стоит у меня на аватарке. Он не состоит, не существует в самих каких-то там эмоциях, смайликов в Телеграме или в каких-то там еще сферах общения. Но сам флаг, он существует. Да, и существует Донбасс. Почему вы думаете, что он существует? И вы считаете, что Донбасс существует, Приднестровье существует, да? Да при чем тут Донбасс? Я говорю о флаге Осетии. Вы начали говорить насчет того, что флаг Осетии не существует. А вы если... есть на карте? На карте вы есть? Вас признал, там, не знаю, и в страны вас нас признали? Нас все признали, да. Кто? Да, есть мы на карте. Нет, вас нет. Владикавказ подписан, да, чтобы вы знали. Вас нет. Вас признала только Белоруссия, Северная Корея. И еще там пару республик банановых. Ну, все. Вы же никуда выехать как не можете. Еще республики банановые. Армения, республика банановая. Вы же никуда выехать да? не можете. Армения, банановая республика. Потому что почему Россия там наставила республика? Свои базы и нас провоцировала войну. Же самая Россия спровоцировала войну в Грузии. Это Россия сделала войну. Яна, послушайте вас. Я понимаю, что у вас... Я пришла в Украину делать такую же войну, которая была сначала и в Азербайджане, и в Грузии, и в Молдове. Я пытаюсь залезть в ваш мозг. Я даже пытаюсь не то, что залезть, я пытаюсь даже его там нащупать. И как только я его нащупаю, будет, знаете, вот нирвана. Будет вот этот экстаз, который может понять только вот умный человек. У вас когда-нибудь кто-нибудь находил мозг? Это очень интересно, вот, увлекать. Вы хотите сказать о том, что я тупая, о том, что у меня нет мозгов, при этом я вас никак не оскорбляла, никак не поддерживала войну? Если он есть, ну, например, есть у кого-то абсолютный слух, правильно? Например, нажму ноту, вы же не знаете, какая нота, а у кого-то есть слух, понимаете? У кого-то есть видение художника, это нужно иметь талант. Но вот не у всех осетинцев есть мозг. Потому что вы сейчас говорите... Осетинов. Осетинов, извиняюсь. Ну, есть вещи, которые я признаю, я не знаю, осетинов. Ну, вы не знаете многих вещей, но вы же еще молодая. Вы же пришли сюда узнавать информацию. Вот вам Николай рассказал, вы можете что-то узнать про себя. Беларусь вас признала. Беларуси тоже нет на карте. В Беларуси нет белорусов сейчас. Их нет. Как она? Сказка это про них или что? Это страна, которая живет под тиранством Лукашенко. Белорусы эту страну сейчас не признают. Пока Лукашенко у власти, Беларусь может называться как угодно, и флаг какой может быть угодно, но это не страна, в которой живут свободные белорусы. Чеченская народная республика Ичкерия тоже не существует. Кадыров не является президентом, это оккупант. Чеченцы не свободны. Вы понимаете, вы обращаетесь к людям, которые не свободны. Они могут признать, что вообще там, не знаю, там... Христос ходит сейчас по улице Матросова. Но этого уже нет, правда? Этого нет. Вас это нет. Вас нет. Грузия – это ваша страна. Это те люди, которые всегда жили тысячелетиями с вами. Ваша история вся связана с Грузией. Не с Россией. Россия, вот, ее Ельцин придумал. Но при этом мы никак не воюем с Россией. Допустим.